Если идет дождь, у нас... Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня впервые в истории рока в джазовом клубе выступает коллектив под названием «Tres Muchachos y Compañeros». Очень приятно видеть, что зрителей все-таки больше, чем музыкантов. Это очень хорошо. Однако, не намного больше, но примерно так вот с программой каждому можно будет посвятить по песне. Вот ребята пришли первые, сели за первый столик. Наверное, любят джаз, вот. С джазом у нас сложно, но вот немножечко что-нибудь в ту сторону сейчас попробуем. Первое произведение, оно такое специальное, называется «Мара Киера», дорогие друзья. Поддержите артистов, они страшно волнуются. Что еще сказать? Сегодняшний концерт мы посвящаем недавно случившемуся событию, дню рождения великого БГСРа из города Москвы, нашего друга Илью, пожалуйста, у лица пруля, поздравьте меня. Это он нас пекал сегодня на вокзале. Поэтому нас сын. Thank you.
это произведение исполняется в нашем любимом стиле, это Los Banales, если по-простому, и оно любителям погорячее. Билонго, дорогие друзья, называется следующая песня. Петербурге нас говорят muchas gracias, дорогие друзья. Следующее произведение, оно не петербургское, оно такое колумбийского стиля.
Кумбия, исполняет его вокально Денис Анатольевич. Ваши дружные аплодисменты, пожалуйста. Кумбия называется «Noches de Estrés», дорогие друзья. Кому не слабо, поется в этом первом куплете этой песни, можете станцевать. Вот. Отдельные аплодисменты начальнику отдела танцев сегодняшнего мероприятия. Ты когда встал и начал, я подумал, что ты стойки бара, честно. Но потом понял, что это специально зазывали, ты выманивал ее из-за стола. Не сразу. Итак, дорогие друзья, что мы сейчас? Ламурка де та мама! Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Los coches.
теперь. Спасибо, спасибо, спасибо. Следующее произведение, дорогие друзья, оно такое глубокое, имеет внутренний смысл, а в нем поется о несчастной принцессе Анакаоне, жившей некогда в государстве, которого теперь нет. Пришли туда европейские товарищи, говорят, мол, все не так, девчата, и давай на ней жениться, а она ни в какую. Она не сдается. Она не сдается. Об этом и песня. Анакаона. Primero era la llora, porque fue buena.
наверное, заметили, что нашим гитаристом стало больше. Это знаменитая белая гитара Санкт-Петербурга. Владимир Викторович, ваши аплодисменты. Матушкин. На нем особая сегодня миссия. Он делает на гитаре красиво. Пожалуйста. Thank you.
Это как раз о том, о чем речь в следующей песне. Ей так и поется с нашим ансамблем «Пойдем станцуем». Пойдем станцуем с нашим ансамблем. Причем по-быстрому. Комби-комбо, пожалуйста, дорогие друзья, будьте любезны. С тарелочки начинаем. Гитара Денис. Thank you.
спасибо, спасибо, особенно храбро танцующие там девушки. Следующая песня вам. Она называется «Эль Тигра». Да. Это про тебя. И про тебя. А классический, не побоюсь этого слова, опять же, наш любимый петербургский стиль, откуда-то из Колумбии родом. Что-то такое, там поется про тигра, который бегает, бегает за товарищем, а товарищ убежал. Еще там про них поется, но... Хоррор, дорогие друзья. Колумбия. Санек, переназначил его на соло после твоего, вот не сыграл, чего не поделаешь. Соло было прекрасное, гитара была белая. Ваши аплодисменты, пожалуйста, аплодисменты. Теперь голос в монитор добавить. Специально для него... Теперь голос в монитор добавить. Специально для него, для Володи на белой гитаре, мы сейчас исполним произведение... Нет, не сейчас. А
чуть позже. Сейчас мы исполним произведение под названием «Мамбу Йо-Йо» прекрасного композитора Рикардо Лепо. Дорогие друзья, ваши бурные продолжительные, если можно. Mambo yo yo, mambo yo yo, mambo yo yo, mambo yo yo.
Следующее произведение специально для гитариста с белой гитарой, для Владимира Викторовича, дорогие друзья. А вот он стоит здесь. Поплати. Поплати. Следующее произведение посылаем прямо через столики туда, в проход. Ну и вы тоже, ребята, не стесняйтесь, если что. Замечательное произведение. Что вы говорите? Можно. «В периоде, куда я» называется следующая песня. Автор Гектор Лаво. Замечательный. «В периоде, куда я» Денис Кирилович. Я знаю, куда он уходит. Но там стоит Вова, Ваня и Саня. Не пройти ему туда. Периодик до эры, ребята, понесла. Thank you.
Tú no serviste para.
зале? И тогда собираем еще произведение. Вот начинается. Ты знаешь, мы на крупных купюрах, обычно европейских, красного цвета, принимаем заявку. Но только в Новый год и у меня дома. А сейчас пока давайте вам у нас Бальмонте. Прекрасное произведение, в котором имеется прекрасное вступление на перкуссионных инструментах. Пожалуйста, поддержите артистов. Привет, Нью-Йорку. Vamos a la monte,
поспокойнее произведение надо бы. Пойдем станцуем с нашим ансамблем пойдем станцуем. Только медленно, не торопясь. И вступление на гитаре от Дениса Анатольевича, пожалуйста, ваши аплодисменты. Thank you.
ребята! Позвольте вам представить сегодняшний вечер слегка с другой стороны. Сегодня отдельный, особенный день. Во-первых, собрались вы все, на что отдельное спасибо. При такой погодке я, честное слово, гулял бы и гулял. Тепло, слегка моросит, отчасти можно заквакать. Но я знаю, вы тоже были уверены в том, что сегодня соберется такой триумвират, не помню этого слова, триптих перкуссионного мира. Вот они, люди, говорящие руками. Кирилл, Илья, Даня, сейчас немножечко для вас. А я пока пойду посмотрю, проблемился ли у меня танчик. Thank you.
спасибо за то, что здесь сегодня собрались. А мы, как говорится, говорили в начале еще выступления о том, что встреча с прекрасным, она бывает всегда недолгой такой. И вот она и приблизилась к так называемому логическому завершению нашего концерта. Петербургскую старинную песню прямо сейчас мы практикуем для вас, так сказать, в качестве вишенки на торте. Сюрприз от шеф-повара. Пацанского подгона.
сначала, а потом смотрим, у нас успех такой грандиозный. Сшибательно так все. Что я даже думал, может, закончим. Потом говорят, Кирюха говорит, нет, давай сыграем песню еще одну. А Ваня говорит, нет, говорит, две сыграем песни. А я думаю, две это очень хорошо. Две это в среднем как у тинейджера. Извините. Ноги. Как палочек у барабанщика. Как ног у лошадки. Как микрофон. Как микрофонов в руках. Две, дорогие друзья. Сейчас будем петь хором. Готовы вы? Все готовы? Смотрите, я наблюдаю за каждым. Начальная песня, после которой уже сыграть ничего невозможно. Это начальник отдела танцев «Последняя возможность» пригласил сеньора на танец, кстати. Будет так называемый медляк. Серьезная песня.
Всех ждем завтра, друзья!